Котельная на местных видах топлива по улице Инженерная в Бресте открылась еще в сентябре. Использование древесной щепы, а в сутки для ее работы необходимо 350 кубометров, позволило значительно снизить потребление газа. Работает она круглый год, с той разницей, что в отопительный сезон задействованы все три водогрейных котла, а после его окончания только один, который будет обеспечивать подогрев воды. Отопительный сезон в Бресте в прошлом году начался в конце сентября. Его старт, равно как и завершение, напрямую зависит от среднесуточной температуры наружного воздуха. Весной, когда она поднимается выше 10 градусов Цельсия, городская власть принимает соответствующее решение. Вышло решение горисполкома, согласно которого 17 апреля этого года будет завершен отопительный сезон 22-23 годов. В первую очередь будет отключен здания общественные и административные, во вторую очередь отключается жилой сектор, а в третью – объекты здравоохранения и образования. Как отметили специалисты Брестского котельного хозяйства, текущий отопительный сезон прошел безаварийно. На данный момент предприятие готовит планы на следующий год. А с окончанием отопительного сезона будут проводиться профилактические работы на котельных, а также производится замена тепловых сетей. Планируем заменить более 12 километров тепловых сетей по разным районам города Бреста. Эти работы необходимы для того, чтобы и в следующем году мы смогли обеспечить безаварийную подачу горячей воды, тепла для населения города Бреста. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.